Спортсмены Южноуральского государственного университета представили наш вуз, а также Челябинскую область на первом международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге. Это мероприятие, безусловно, мы ждали. Очень ждали и надеялись, что получим такую путевку. Но чтобы столько студентов приняло участие, конечно, это было очень отрадно для нас, потому что ту работу, которую проводит наш тренерский состав, ту работу, которую проводят сами студенты, работая в студенческом спортивном клубе, это вот получился тот продукт, ради чего и почему мы в целом любим спорт, любим физическую культуру и, соответственно, любим проводить соревнования. За время фестиваля разыграно 197 комплектов медалей по 14 видам спорта. Спортсмены нашего университета поборолись за звание лучших в четырех направлениях – дзюдо, женский баскетбол 3x3, бокс и бадминтон. Каждый день они активно и усердно готовились к масштабным соревнованиям. Подготовка к соревнованиям подходила достаточно оперативно и быстро, потому что заранее было неизвестно, что мы будем участвовать в данных соревнованиях. Всего в спортивной деревне собрались 2000 студентов из 36 стран. Южноуральский государственный университет представили 12 спортсменов. Ну вообще это безумно крутой фестиваль на самом-то деле был. Даже просто стать участником этого фестиваля, это было, скажем так, удачей, потому что туда не каждый мог в вуз и каждый спортсмен попасть. В боксе за победу поборолись порядка 200 мужчин и женщин из 17 стран. Студенты Южноуральского государственного университета завоевали 2 серебряные медали. Я соревновалась с девочкой с Тывы, вроде, ну, это был первый мой бой в полуфинал. Второй бой – это финал. Я была с девочкой из Краснодарского края. Я с ней уже встречалась на соревнованиях на Кубке мира нефтяных стран. Вот, первый бой у меня проходил с боксером с Индонезии. Получилось его в первом раунде победить явным преимуществом. Во втором бою уже я встретился с боксером с Узбекистана с первым номером. И вот тут немножечко не получилось. И так вот, итог — второе место. Полученные по итогам фестиваля результаты студентов Южноуральского государственного университета являются не только личной победой спортсменов, но и большим достижением для нашего вуза.